Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Монг, продолжаем проходить Days Gone. Ну что, Лиза, давай, поехали, садись. Эй, а как вас зовут? Дикон, меня зовут Дикон. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Да, действительно. Очень разговорчивый, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Был на Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. В лагере. Ух ты, это что за тоннель? Здесь вроде не проезжали. Сейчас полюбас какая-нибудь херня будет. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала... Это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Черт, нет! В смысле, она умерла? Блин, я не могу сохраниться. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Давай слезай и прячься куда-нибудь. Слезла? Блин, она сидит на моцике. Это хреново. Я и сохраниться-то не могу, блин. Не-а. Ладно. Порой, блин, игра багами своими кидается. Ладно, с медведем ништяк было, чтоб баганул. Как баганул? Просто зашел, блин, и не вышел. Вы, говорит, удаляетесь от Лизы. Зашибись, а какого хрена она сидит на мотоцикле и не слазит? Можешь вальнуть его отсюда? Я же не попаду, блин. Гади. Шлепки, приступим. Сдохни, блин, скотина. Их ни хера не видно. Ушлепки, блядь. Реально ушлепки. Так. Боеприпасов, к сожалению, мало. Очень мало. Еще прячутся там твари. Да блин, не могу навестись никак. Готов. Тихо, ты сядь, ты чё, блин? Сколько у вас там?
Там еще есть. Ниже надо было брать. Нет. Так, 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 так. Ни хрена я в него не попадаю, блин. Ты чё на моцике-то сидишь, дурочка, блядь, слазь. Я не могу из-за тебя подойти, блин, понимаешь ты это или нет? Отсюда я не попаду. Может, хотя бы с от этой машины получится. О, засуетились козлы. Перезаряжай, блин. Где ты там, козлина? Вылазь, блин. Вылазь, тварь. Там еще за машиной. А, блин, ни хрена, они за машиной, конечно. Как я по ним, блин, попаду-то? Я по ним не попаду так. Пусть капот будет открыт. Сейчас пойду, скажет, вы удаляетесь, блин. Это вообще... Как мне тогда быть-то? Ой, ништяк, патроны. Ни хрена не патроны, блядь, тряпка просто. Кого вы там гасите? Он прям за машиной, я и коктейль не кинуть не могу, ничего. И попасть не могу по ним. Здесь Лизу там никто не сожрет. Прям очень надеюсь. Так. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу, поняла? Реально глюки. Тихо, тихо, мне автомат дай. Хера там пулемет, что ли, мне? Стой. Нет, блин. Да, может и пулемет. Как в тебя попасть, мразь? Да ты чё не горишь-то, тварь? О! Тебе понравится! Фуга, живо! Ах ты сволочь! Блин, быстрее беги! Да. Айк, какого? Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу, поняла? Да, хорошо. Охренеть, а чё отсюда-то началось? А, у меня фугасов даже нету. Мразь, блин, сгорите вы, а! Нихера они не горят. Чё за бред происходит, блин? Жесть вообще. Что тут творится, а? Ну ладно, уж люди, приступим. Да стой ты смирно! Убить гада! Это же снова на мак!
Сейчас я тебе... Возвращаюсь, прикройте! Сейчас я тебе сделаю. Огонь! Я ранен! Так и будешь там сидеть, а? Сдохни, мразь! О, так вот. Твари, у вас еще не видно, блин. Сука, у вас что там, пулемет реально, что ли? Не добрасываю. Ну-ка, ну-ка. Чё, отходите, твари? Бездите, блин. Ты, твою мать, в атаку! Ага. Попался. Иди сюда. Шесть какая. А меня зацепил! На тебе, блин, в задницу. Падла. Вы мне уже начинаете раздражать, ребята. Что ж вы расходитесь-то, а, когда я швыряю, блин. Блин, не вовремя. Сдохни ты уже, мразь! Наших бьют! Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Фу, блин, неужели, а? Тварь, а? Пригодится. Дай-ка я их обшарю сразу. Тварин этих, блядь. Отлично. Отлично, отлично. Патроны. Что у нас тут? Все. Вот мрази, а. Трындец, устроили тут засаду. Козлы, блин. Поганые. Еще баги эти вообще. Просто жесть, блин, реально. То она с мотоцикла не хочет слазить, блин. То вдруг она здесь уже появилась. Жесть какая-то. Патроны собираем, ништяк. Чё у тебя? Аптечка, тоже хорошо. Кстати, подлечиться бы не мешало. Ну да ладно. Здесь еще аптечка должна быть. Почему она не слазила с мотоцикла, блин? Всегда пригодится. Трындец какой-то. Пошли, че сидишь-то, блин? Так и будешь теперь тут сидеть. То на мотоцикле, блин, прилипло, то здесь... Как максимально? У меня нету глушака. Найду тебе применение. Естественно. Да, это сумбур какой-то получился, честное слово. О, ништяк. Тоже нужно как раз. Полицейская тачка? Или просто? Ага, лом. Лома 10 штук только, да, можно брать. Ладно, чё, поехали. Давай, садись. И побыстрее, пожалуйста. Всё нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, дай мы... нам в лагерь. Там безопаснее, пойми.
Ладно. Считай, что домой едем. Только ты больше так не тормози. Первый раз вообще не понял, как ее, блин, даже не, никто... Я задам тебе один вопрос, Лиза, и, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет, пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или... Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Чешуйское ополчение вроде. Не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд. Мой лучший друг. Но он ушел. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Такое ощущение, что Дик глуховатый. Он орет постоянно. Там кто-то у ворот. В большинстве случаев. Ну вот, приехали. Да, ты только держись рядом. Хорошо. Приехали, блин. Эй, кто у нас тут? Миссис Такер! О, господи! Лиза, милая! А, не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, тихо. Все заболели. Ничего. Теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней. Не надо, помягче. Я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Какая бабка Грымза, блин. Нереально. Сколько у нас там? Одно очко навыков. А, два. Два очка. Чё я тут хотел там? При движении в падениях требуется один дополнительный навык. Да вы смеетесь, что ли? Двое больше растений. Контуров противников. Количество мяса. Лома. Дополнительный выброс адреналина. Сырья. Дает шанс вернуть болт, выпущенный из арбалета. Вот это взять, что ли? Хотя у нас сейчас винтовка есть. Снайперская. Даже не знаю. Тут еще коварный прием. Ускорение восстановления концентрации. В режиме концентрации выстрелы более эффективно останавливают слабых врагов. Перезаряжать во время бега. Ослабление отдачи. Урон от арбалетных болтов.
Блин, капец, вообще такая дилемма, какие навыки брать. Даже не представляю себе. Каждое убийство в ближнем бою восстанавливает запас сил. Требуется один дополнительный навык. Блин, я вообще не знаю реально, что брать. Микстура мне нахрен не нужна, наверное. Вот урон бы от арбалетных болтов я бы взял. Вообще не знаю, правда. Чтобы перейти в режим концентрации, удерживайте L2 и нажмите R3. Угу, ясно. Усиление начального эффекта от микстуры, концентрации и увеличение длительности ее действий. Давай еще вот этот вот возьмем. Болт. Вот пусть будет. В принципе. Класс. Так, понятно. В принципе, тоже хорошая штука. Так. Эй, что тебе нужно? Ну, как жизнь? Давай заправимся. Ищешь что-то конкретное? Пожалуйста. Почему у него чиниться нельзя? Пока. Интересно. Ой, не чиниться, а байк улучшать. Как твоя охота за трофеем? Странно. Привет. Как хочешь. Да-да. Ага. О, как кстати. Мясо медведя, интересно, сколько стоит? Что делаешь, блин? Дебил, что ли? Что происходит вообще? Главное действовать, и все нормально. Подошел тетку, блин, отхерачил. Типа так и надо. Ты придурок или что? Оставим пока мясо медведя при себе. Пошли посмотрим, что там с пушками. Купим боезапас. Дикон. Ну, как жизнь? Что? Нормально, блин, как. Припасы давай. Другие сдавай. Есть хочешь? Спасибо. Винтовочный тоже давай. Пистолетный глушитель для основного оружия. Доверие требуется. Вот, держи. Нет места. Угу. Гранаты бы прикупить, блин. Третий уровень доверия. Да вы охренели реально. Ну и ничего тут у тебя нету. Доверия-то у меня еще тоже нет. Ну, ладно. Вот и ладно, блин. Спасибо тебе. Я к тебе еще за. Чего у нас там? Винтовка, а не пушка. Научиться у комплекта охотиться на оленей. Нахрен оно мне надо? Я и так умею на них охотиться. Неплохо. Здесь еще. Это я виноват. Посетить памятный камень Сары. Опять? Так, я сейчас здесь, да? Ой, блин, где здесь-то я? Здесь. Поехали к гнезда. Зачистим. Загляну. Здесь, который поблизости. Разнообразен, так сказать. Сколько время темнеет же уже, да? Привет. Если темнеет, то это хреново. Ну, походу, да, темнеет. Поэтому давай поспим до рассвета. На рассвете будем зачищать. То вы сами понимаете. Ночью этих фриков просто тьма. Особенно если гнезда зачищать. Сейчас поспим.
Кстати, посмотрим, если поспать, здоровье восстановится или нет. Чуток. Мне прям интересно. Мне прям интересно. Ты чё, до ночи, что ли, проспал? Идем. Здоровье не восстанавливается, к сожалению. Блин, реально ночь на дворе. Как давай еще говорит, спи. Койка зовет. Ночью не надо нам шарахаться. Еще хлеще, блин, стало. А не, все нормально. Солнце выглянуло. Можно снова в бой. Да, Дик, можно в бой. Нужно в бой даже, я бы сказал. Блин, как плохо, ни гранат не купить, ничего. Стой, где мотоцикл-то? Что-то я, малёха, потерялся. Спросонь. Глаза еще не открылись. Как жизнь? Ну, как жизнь? Ты, короче, мой моцик все время охраняешь. Молодец. Открывайте ворота, чуваки. Погоди, я открою. Поеду доброе дело делать. Чтобы у вас фриков тут поменьше было в округе. Надеюсь, у меня получится. О'Брайен. Этот долбанный О'Брайен. Что он сказал? Метолиус Спрингс, Метолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не обгоняй своего ангела. Да уж, Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно, посмотрим. Шарить в вертолете? О'Брайен назрел разговор. Погоди, потом посмотрим. О, блядь. Идут уже твари. Ха-ха-ха! Догоните, блин, уроды! Ну чё, выкусили? Ха-ха. Где вы там, Чиполлино, блин? Блин, они чё злые. Такие? Злые и бронированные какие-то. О, падла. Чё такое? Чё такое? Чё такое, мой хороший? А? Блин, урод. Ты меня унюхал, что ли? Угомонись! Действительно, блин, угомонись уже. Так. Этих я поднасадил на кукан. Вот и гнездовье ваше грёбаное, блин. Одно из хрен знает скольки. Бегает он медленно, я вам скажу.
Так. Зараженная зона на лазер П. Так, ага, еще два гнезда. Они там дальше. Че крысы? Иди сюда. Может, пистолет на тебя потр... Блин, они такие это... Непрошибаемые, падла. Вот болтом арбалетных их легче убивать почему-то. Готов. Отъехал. Неплохо получилось. Жаль, что редко так бывает. Так, где? Где-то там. А, во. Все, пошли дальше. Кстати, здесь ничего не было. В этом фургоне. Пепел, пепел, блин, я совсем... А что мне пепел? У меня арбалета с собой нет. Мне вот интересно... Если арбалетом... Время дороги. Два года назад от тебя бы мокрое место осталось. Если арбалет вот этим пепельным болтом выстрелить в человека, он будет на своих агриться? Или нет? Так, где вы? Где-то рядом. Где вы, твари? В кузове ничего нету. Прям здесь, походу. О, господи, что за нас? Наверное, найдется у них тут что стоящее. Козлина, блин. Как ты меня спалила, не пойму. Там где-то. Хм. Интересно, блин. Надо бы мачете подремонтировать. С той стороны, наверное. Ну, точно. В толчке умер. Тряпка. Тряпка пойдет. Так, где еще два гнезда? Вот это вот, наверное, второе, да? Это же гнездо. Гнездо. Там еще должно волки. Здесь. Так, ну у нас тут есть куда отбежать. Сюда вот свалим. Фига их тут толпа. Хорошо стоят. Сраные фрики, горите! Падла, все-таки двое остались еще. О, волк, давай, херачь их. О, нету больше ингредиентов. Давай, давай. Кто кого? Нормально он там задрал. Молодец, волчара. А чё ты уходишь? Еще и олень, блин, сюда же. О, завалил волком. Прям в башку.
Прям в башку, точно. Прям в башку. Кстати, ништяк, что прям в башку. Еще и мяска соберем. Прям вообще ништяк. Прям в башку. Так, и где-то еще одно гнездо. Только где? Опять искать надо. Плохо, что они не отмечаются на карте. Так. Где-то здесь. Плохо, что непонятно сразу где. Ходишь, ищешь, блин. Так. Эти чудики пусть там колупаются. Сен-Джон, это Такер, прием. У нас для тебя задание. Привет, Такер. Ладно, я заеду как смогу. Отбой. Опять задание. Да ради бога, в принципе. Где гребаное гнездо еще может быть, а? Сейчас дойду вот до сюда. И пойду, наверное, сюда. Мне кажется, оно вот здесь вот. Хотя нет, я мимо проходил. Где оно может быть? Нет, здесь его нету. Здесь уже горы пошли. Да, здесь пошли горы. Горы, горы, косогоры. А где может быть гнездо, а? Домов-то вроде больше нет. Нет, там нету гнезда, там. Там просто это. Интересно. Давай на гору заберемся, что ли? Может, здесь где-нибудь? Хотя навряд ли. Здесь уже лагерь, по-моему. Где памятный камень. Да ведь? Или нет? А, вон оно. Ага, гнездо, точно. Кажется, нет. Маленько перепутал место. В кузове ничего нету. Ух ты, блин. А что это за хрень? Я чую гнездо. Да я знаю, что... Где-то здесь. Да, блин, где-то здесь. Вон оно у тебя перед носом. Так, куда здесь ретироваться будем? Еще одно гнездо. Сожжем и его. Да-да, сожжем. Сейчас осмотримся только, что здесь. Вышка какая-то. Нам сюда ничего не надо, на эту вышку. Навряд ли. Так. Так. Куда будем убегать? Где у нас трава? Трава у нас вот здесь. Ну, в принципе, нормально. Керосина, блин, нету. Что-то последнее время керосина не хватает. Ха-ха. Хрена вас там, ребятишки. Вот и все. Найдите себе другое лежбище, мерзкие твари. Действительно. Эх, блин, отсюда не выстрелишь, ящик мешает. Или что, может, ну его нахрен? Да я хочу посмотреть, что там было внутри. Вдруг что полезное есть.
в башку не попаду. Ах, блин. Хреново, хреново. Так, чтоб вас. Угу. Пойдем с этой стороны, блин. Иди сюда, красавица. Иди, иди. Вот так вот, молодец. Минус один. Одна. Козел за машину зашел. Ага. Иди сюда тоже, красавчик. Тебя ждет сюрприз. В кустах. Ах ты какое. Тварь, блин, увидел все-таки. Ты посмотри-ка на него. Он меня все-таки увидел, козел. Так, ну что у нас? Куда вы разбредаетесь-то, блин? Что за вами гоняться буду, что ли? А, да и вали отсюда. В принципе. С катерью дорога, блин. Ага, этот здесь шарится. Они не здесь, за оградой. Ты что, обратно вернулся, что ли? Вернулась. Есть. А я, погоди, а что, у тебя ухо не забрал, что ли? Такого быть не могёт. О, как так-то? Пропустил. Ну да ладно. Так. Что тут у тебя? А, тут ничего интересного-то и нету, кстати. Ничего интересного тут и нету. Ну, значит, можно отсюда валить. Давай, давай, Дик. Угу. Ладно. Блин, а до байка-то мне нифига сколько топать. Прилично, так я вам скажу. От байка удалился. Ничего страшного. Блин, выносливость быстро заканчивается. Капец. Надо бы инъектор бы еще где-нибудь найти. Так. А нифига у меня байк где? А шо-го-го где? Я же вот там перед мостом аж оставил. Ворона что делает? Посмотри. Посмотри, что вытворяет. Иди сюда, тебя можно поймать-то хоть, а? Не, наверное. Это что за нахрен? Кто стрелял? Само собой. Какая мразота, бля, осмелилась выстрелить. Странно.
Где мотоцикл-то, блин? Нифига я от него удалился, блин, что-то даже не заметил. Ну что, дорогие друзья, и здесь мы с вами прервемся. Зараженную зону мы зачистили и продолжим уже в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Монк. Всем пока-пока и удачи!